Всем привет, друзья! И снова у нас Ward Hunger. Курс обучения будем делать взлет-посадка. Ссылочка на данную игру, на регистрацию и на скачивание будет под видео на канале. Скачивайте, присоединяйтесь. Сетевая игра, можно одиночную летать, плюс танки, самолеты, как бы все обалденно. Ну, давайте начнем. Графика изумительная, управление хорошее, игра такая затягивает, поколбасить. Добро пожаловать в четвертую часть начального курса обучения. Данная миссия предназначена для отработки навыков взлета и посадки. Чтобы оторваться от земли, самолет должен набрать достаточно большую скорость. Увеличьте мощность. Самолет начал разгоняться. Следите за скоростью. Закрылки взлета, как тут? Закрылками управлять. Самолет набрал достаточно большую скорость. Настало время оторваться от полосы. Долетите до отмеченной точки маршрута. Так, буква Г убираем в шасси. Посадка на аэродром в миссиях позволяет захватить зону или отремонтировать самолет. Чтобы успешно посадить самолет, нужно значительно снизить его скорость. Снизьте мощность двигателя. Выпустите шасси. Направьте самолет прямо в центр точки маршрута. Снизьте мощность. Когда скорость самолета падает, активное торможение может опрокинуть самолет. Отпустите кнопку тормоза, чтобы избежать аварии. Самолет остановился. Посадка успешно завершена. Так что вот, ребята, прошли взлет-посадку. Еще раз повторяю, игра Ward Hunger. Ссылочка на скачивание и регистрацию будет под видео на канале. Присоединяйтесь. Сетевая игра. Обалденная игрушка. Плюс апгрейд самолетов, танков. Всем удачи, пока. Подписывайтесь на канал, группу.